Кто здесь? Еще кто-нибудь? Нет, я одна. Дайте воды скорей. Там наших еще двое. За ним пошли. Пей, 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 пей. Во-во-во-во. Лучше ушли отсюда, девушка. Нет, мы лучше деда подождем, а потом я уже уйду. Деда? Иван, а? Чё дел? Саш! Я раньше в этой школе училась. Осмотреть помещение. Там кухня. Вперед!
ты почему здесь? Почему ты здесь, я тебя спрашиваю? Мне убили сестру. Кто убил? Немцы. И маму тоже, только... Мама сразу умерла, а сестра потом. Я здесь не осталась. Освободить помещение через 15 минут! Слышала? Через 15 минут освободи помещение. Здесь учреждение будет. Ваши имена. Вот старшина Христофоров. Это младший лейтенант Санников. А я Вяткин Иван Николаевич, сержант. Летели в тыл к немцам. По заданию. Видите, не долетели. А вас как зовут? Как? Варя. Вот что, Варя. Дайте-ка мне его личное оружие. А он там в кармане торчит.
Почему лестницы не прибраны? Кухню мыли не успели. Надо делать в таком порядке, как я говорил. Бросайте свою кухню к чертовой матери и приступите к лестницам. Ладно. Все буду переносить, и никто не узнает. Вот я вам чего принесла, смотрите. И вот. Вот ешьте. Вот. А вот это мое платье, оно чистенькое, я вас буду им бинтовать. А из ваших парашютов мы сделаем постели. Что, плохо ему, да? Плохо вам, голубчик, да? Ваня! Иван! Бей! Бей, Ваня! Ваня, бей!
спел. Спим, спим, спим. Только не ругайтесь, Варя. Спим. Леша. Вы опять разговариваете, Леша? Здравствуйте, Варя. Здравствуйте. Вам же нельзя разговаривать громко. А шепотом можно? Шепотом? Шепотом нельзя, потому что у вас в голове все отдает. Но не буду. А улыбаться можно? Улыбаться можно. Ну вот, буду улыбаться. Иван Николаевич. Я вам опять есть мало принесла. Фу ты, батюшки. Я думал, вас опять с работы выгоняют. Нет. Ну что же вы нас привели сюда? Откармливать, что ли? Нет, не откармливать, Никиш. Три дня. Сколько? Три. Никому не верю, вы все меня обманываете. Иван Николаевич, помнишь, что я тебя просил? Адрес. Ну, не забудь. Эх, ты о чем? Сам сделаешь. Нет, и не забудь. Сделаю. Письмо. Дай мне. Темно. Ничего не видно. Почитай. Сашка, дорогой. Саша, ты от кого? От отца. Что же ты, парень, редко пишешь? Мать совсем извелась по тебе, хотя и бодрится. Напиши ты ей, Бога ради, что все ее приказания ты исполняешь, что носки, которые она тебе связала, ты носишь, что фуфайку, которую... что фуфайку, которую тебе подарила тетя Зина, ты одеваешь под гимнастерку, хотя это и не полагается по уставу. Вчера почистил наши ружья, привел в порядок все твои снасти, они тоже ждут тебя. Хочется дожить до тех дней,
Даже вы слушаете? Хочется дожить до тех дней, когда мы опять с тобой в субботы с вечера закатимся на все воскресенье на озеро. Жду, дорогой, тебя. Береги себя для матери, для меня. Но будь таким, каким был всегда, чтобы мы могли гордиться тобой. Поздравляю с наградой. Мать от радости заливается слезами и пишет тебе отдельное длинное письмо. Обнимаю, отец. Саша, не надо. Саша. Сашенька. Саша. Вы не можете сказать, зачем меня вызвали. Я доктор Орлов. Доктор, здравствуйте. Здравствуйте. Доктор, помогите мне. Кто такой? Мне нужно лекарство. Какое лекарство? Ну, я не знаю. Разговоры. Оставь меня, пожалуйста, в покое.
Что, доигрались в прятки, товарищ Василовский? Уйди, вор! Что? Вор? Девчонка дура Веселовских завернула огурец и понесла куда-то. А немец возьми тут, смотри. И за ней с собакой. Она в подвал. А там отравленный. Сволота. Доктор Орлов. Надо перевязать раненого. Попрошу ваши паспорта. Уходи отсюда к чертовой матери, комендант, палец идет. Белугин Василий Александрович, пенсионер, бывший инспектор казенной женской гимназии. Кто? Я. Забельский Василий Никитьевич, бывший артист городского театра, пенсионер. Очевидно, вы. Я. А вы? Веселовский. В 1929 году был председателем местного кружка воинственных безбожников. Воинствующих, а не воинственных. Это вы, Веселовский, прятали у себя раненого в подвале? Я. Вы читали объявление военной комендатуры? Я читал. И все-таки прятали? И все-таки прятал. Германская армия пришла сюда навсегда! Вы все должны понять это. И объяснить этому народу, что дальнейшее сопротивление бессмысленно. Я требую, чтобы все было на своих местах. Раненые должны быть в госпиталях. Здоровые должны работать. Объявления висят, они не оказывают никакого действия. До сих пор кто-то скрывает у себя экипаж самолета, упавшего в городе. Кто? Кто? Сегодня вечером мы собираем жителей в помещении цирка. И я вам рекомендую туда явиться ровно в 9 часов. И объяснить
Этому народу расслабленный и тупому, что пора прекратить это бессмысленное прятание раненых по углам. Я вам рекомендую это сделать, чтобы избежать лишних жертв. Те, кто явятся до 6 числа, не понесут наказания. Те, кто будут упорствовать, будут расстреляны. Раненые отказываются от помощи. Я ничего не могу сделать. Вам понятно, что вам нужно сказать? Да. Я надеюсь, мы скажем то, что нужно. Можете идти. Благодарю вас. Вы свободны? Узнаете, что там? Цельки повесить. Иди сюда. Кость цела? Да, кажется. Сильные боли? А, очень. Вот, пока морфий. Да. Больше 3 порошков в сутки нельзя. Спасибо. Ползали, гады. А, это вы. Слышно, папирус. Да, у меня. Как летел. Я. У вас, кажется, большая семья. Да, большая и совершенно беспомощная. Поможем. У тебя, у черта, у одного семья, а у других не семья. Молчи, черт! Сейчас мои парни выступят и будут говорить, и какие-нибудь...
командование просит русский народ исполнять все постановления и приказы командования. Прекратить укрывательство раненых красноармейцев и партизан. Те, кто явится до 6 числа в комендатуру, не понесут никакого наказания. А кто сообщит, получит даже вознаграждение. Люди русские перед лицом своего народа, как перед своей совестью, свидетельствуют, что все это ложь и обман. Люди русские, молчите, не выдавайте. Русский народ, здесь и некому за тебя постоять. Ты сам за себя стой. Мучать будут, а ты молчи. Убивать будут, а ты стой и молчи. Говорите, продолжайте. А мне нечего больше говорить. За меня говорят сотни московских салютных залпов. И последний залп, я его не услышу, прозвучит тогда, когда вас вышвырнут вон из моего города и будут добивать вас в вашем проклятом берлинском логове. Мне нечего больше говорить. Иван, а? Дай палку, а то упаду. А ты знаешь, голове-то гораздо легче стало. Иван, а ты знаешь, я скоро смогу уйти отсюда. Да, больно. А ты не тереби ее. Ну что ж, я нарочно, что ли? Нарочно. Вань. А? А где наши карты? А вот у меня под головами. Пятиверстка. А где моя пятиверстка? Там же, под головами. Под голова. Вань. Ваня. Ну-ну. У тебя закурить есть?
Идем. Здравствуйте, Варя. Ой, Алеша. Алеша, я вам костюм принесла. Фу, достала? Вот молодец, Варенька. Смотрите. А ну? Леша, а шапки нет? Ничего. Коротковат немного. А ничего, хорош. Вяточка. Здравствуйте. Угадайте, что я вам принесла. Спички. Спички. Нет. Казбек. О, спасибо. Спасибо, Валяк. Варя, ну когда? Сегодня. Когда? Ночью. Иван, иди сюда. Ну давай быстрее, что ты. Слушай, Вань, сегодня ночью можно идти. А как голова, Алеша? Голова ничего. Правда? Алеша, а вы помните, как идти? Марья, ну, конечно, помню. Не повторите. Уж сколько раз я... Ну, все-таки. Ну, как выйду из дома, прямо через двор. Мимо того места, где лежат пар. Потом пролазив в подвал. Потом выхожу на другой двор. Потом выхожу на улицу. Потом поворачиваю налево. Потом иду мимо булочной. Потом миную церковь. Ну и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. А когда эти, Алеша? Ну. А вот идти, значит, так. Вот мы с Ваней будем сидеть в окошечко и ждать, когда Варя откроет дверь, появится свет. Тогда я и уйду. Ну, правильно. Вот, Алеша, вам на дорогу. Ну, Алеша, мне надо идти. Алеша, я еще хотела вас спросить. Вы, может быть, потому уходите, что думаете, что мне трудно с вами, да? Леша, если вы так думаете, то не думайте, потому что мне наоборот. Да нет, Варенька, что вы. Просто надо идти, нужно. Варя, вот вам. Леша. Спички я вам забыла опять. Вот и Иван Николаевич скоро от меня уйдет. Прощайте, Алеша. Пойдешь речкой, только брода обходи осторожней. Да там-то ерунда, главное проскочить здесь. Не ерунда, 68 километров. А, ерунда.
Ну, как проскочь, Яры, считай, уцели. Место явки, село Хомутовка, Степан Рыбаков, Колесник. Проберусь. Шифры помнишь? 18-43-547-Ю-Б-10-Г. Есть. Село Хомутовка, Степан Рыбаков, Колесник. 18-543-ЮБ-10-З-Г-728-3. Давай. Поправляйся. Счастливо тебе! Тетя Ульяна. Тетя Ульяна.
Ты что здесь делаешь? Вешаю белье. Снимай белье! Снимай! Стрелять буду! Сейчас. Все, снимай! Снимай! Стрелять буду! А почему вы так волнуетесь? Я не волнуюсь. Нет, а по-моему, волнуетесь. Когда вы его видели в последний раз? Позавчера. Где? Во дворе. В котором часу? Не помню. А ну вспомните. Не помню. Ну идите.
Подойдите ближе. Когда вы его видели последний раз? Позавчера. Где? У нас в кухне. В котором часу? Ну? Не помню. Фельдфебеля. Могут обнаружить ваших раненых. Мне поручено с вами связаться. Их нужно переводить в другое безопасное место. Говорите, где они? Я не понимаю, о чем вы говорите. Вы, наверное, ошибаетесь. Говорите скорее, собаку ведут. Товарищ, простите.
тут был? Кто тут был? Говори. 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 Кто был? Да. Да. Яшка. Яшка. Стреляй. Стреляй. Приготовиться. Отомстим. Варюша, милая Варенька. Леша. Голубка ты наша. Варя.